Страшная судьба бывшего любовника Пугачевой. Сергей Челобанов співається. Екс-возлюбленный, але Пугачевой отказывается признавать, что у него зависимость. Об этом рассказала супруга певца. Гражданская жена артиста Евгения Долгова обратилась в редакцию программы «Прямой эфир», которая выходит на канале «Россия-1», и попросила о помощи. По словам женщины, Челобанов стал неуправляемым и опасным для нее и их общего ребенка. Мужчина, в которого была когда-то влюблена Алла Пугачева, катится в пропасть. Долгова рассказала ведущему Андрею Малахову, что забрала сына Сашу и ушла от артиста. Пьяный Челобанов устроил в их квартире погром, разбил посуду, сломал мебель. «Катастрофа грядет в нашей семье. У нас растет маленький сын, ему 2,5 года. Сергей, когда не выпьет совсем, это идеальный муж, но как только капля в рот попадает этому человеку, в него вселяется бес. Его нужно спасать», — сообщила женщина. Евгения отметила, что не может убедить супруга взять себя в руки и отказаться от алкоголя. Она мечтает о втором ребенке, но от пьяницы рожать не может. Супруга сообщила, что души не чает в Челобанове, но мириться с его выходками уже нет сил. Присутствующий в студии журналист Сергей Соседов отметил, что Евгения не первая женщина, которая пытается спасти Челобанова. Его бывшая возлюбленная Алла Пугачева много сил потратила, чтобы сделать Сергея трезвенником. Это его привычное состояние. Он в этом состоянии творит, создает музыку, аранжировки. У него уже была одна спасательница, я имею в виду Пугачеву. Она отваживала его от наркотиков, от алкоголя и возила даже в Швейцарию лечиться. Но это на время, потом он опять срывался, отметил Соседов.